по темноте катаемся. В общем, что там экопарк? Это просто проложили асфальт в лесу. Вот и весь экопарк. Как-то так. За счет того, что асфальт довольно свежий, ну, как бы неплохо. Подъемы, спуски. Было не очень легко. Ножки устали. Но это же здорово. Вот, а это мы едем домой. И смотрим. Здесь большая парковка. Ночью нет почти машин. Возможно, сюда можно будет ездить кататься. Прохладненько сейчас, так хорошо, здорово. А что, девочки, доросла я до того, чтобы в руках телефон держать и на медленной скорости кататься.